Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели моего канала, блога. Ну а я, Фролов Юрий Андреевич, сегодня хочу вам рассказать про воду, про приборы по воде. Ну и коснусь, конечно, о свойствах воды немного. То есть это будет такая некая компиляция. Ведь у меня очень много было роликов о воде, и эти видео очень важные для понимания каждого человека, чтобы каждый знал, что такое физико-химические свойства воды. Что не любая вода полезна, и что какая вода есть внутри клетки нашего организма. Ведь наш организм перестраивает ту воду, которую мы пьем, в ту, которая нужна для внутренних биохимических клеточных процессов. Это все давно уже известно, измерено, изучено. Поэтому я очень советую посмотреть по ссылкам после этого видео те видеоматериалы, которые я вам рекомендую. А сейчас будет некая компиляция. Я расскажу вам, во-первых, о приборах по воде. Очень многие люди у нас уже их приобрели. Кто-то думает, чтобы вы имели представление полное, зачем? Для чего это вам нужно? Вот я вам сейчас все это расскажу. Представлю новую модель, а вернее, хорошо забытую, что называется, старую, когда-то была, и это были первые мои ролики. Чуть дальше об этом. Ну, а вначале обязательно посмотрите весь данный ролик. Это вам в первую очередь нужно и важно. И не важно, будете вы покупать прибор, нет, просто знать о вот этих свойствах воды. Сейчас я постараюсь очень быстро рассказать вам то, что я записал. Видео многочасовые, разные, но если все суммировать вместе, получится несколько часов. Вот так же сжато, четко, но сейчас я попробую самую суть. А дальше вы уже посмотрите, если кто захочет, более подробно. Итак, дорогие друзья, у нас внутри клетки есть, то есть вода обладает определенными физико-химическими свойствами, такими как ОВП, это окислительно-восстановительный потенциал. Значит, посмотрите подробнее по ссылкам, потом я, значит, где объясняю подробно уже, потому что это не рассказать ни за 5, ни за 20 минут. Что это такое? Для чего нужен этот параметр? Скажи, что внутри клетки он примерно минус 80 милливольт, а из-под крана мы пьем плюс 200, плюс 300. Вот как, например, вот эта вода, я из-под крана у себя налил, у меня артезианская со скважиной, а плюс 250. Когда вот этот маленький H2 Magic прибор, а я его сейчас включу как раз, и вот начинается процесс генерации водорода, но одновременно, вот пузырьки пошли, это еще генератор водорода, УВП это изменяется и приобретает минус 400, минус 500 милливольт. То есть этот маленький генератор мощнейший. Кстати, посмотрите, какой цвет, да? Ну, о водороде скажу чуть позже. Так вот, пусть пока стоит и генерируется вода. Водород. Что касается ОВП, это важнейший параметр. Если мы пьем воду плюс 100, 200, 300, а бывает и больше милливольт зарядом, то организм все равно ее переделывает до минус 80. Ну, коли мы измеряем и знаем, что минус 80. А что это значит? Это значит, что вода будет работать как свободный радикал. Она будет отбирать, проходя до конечной клетки, по тканям, по сосудам, по всем, так сказать, частям, клеткам нашего организма, отбирать электроны. И она будет как свободный радикал работать. То есть не только там вареная, жареная пища на масле, какая-нибудь куриная ножка или картошка шкварчащая, вот эти запахи, это лишение электронов огромного количества, миллионов, миллиардов, они должны быть откуда-то взяты, иначе вот те самые вот эти свободные радикалы, лишенные полярности одной молекулы, одной электрона, вернее, молекулы лишенной, она будет пытаться оттащить, убрать, забрать от какой-то другой молекулы этот электрон. Так вот, вода, оказывается, тоже свободный радикал в этом плане. Так вот, если мы будем пить такую воду с отрицательным зарядом, то мы получим именно воду, нужную нашей клетке. Именно по этой причине те долгожители есть, потому что ведь вода в тех районах, в определенных, именно имеет эти свойства. ОВП раз, второй, какое свойство? Коэффициент поверхностного натяжения, близко к 41 на квадратный сантиметр. Но мы-то пьем из-под крана 70-80, а это в разы. Там идет другая прогрессия, это в десятки раз. Более вода может быть текучая. То есть, как растворитель вода идеально работает, а ведь вода растворитель, но только вода. Если между молекулами воды что-то уже растворено, какое-то вещество, это уже раствор, это не растворитель. То есть, чай, морс, компот – это не вода, не жидкость. Ну, жидкость, но не вода. И она не будет обладать вот этими свойствами растворителя. Значит, что и для чего это важно? Потому что яды, токсины будут растворяться, хуже выводиться из организма или лучше, смотря какую воду вы пьете. В разы, в десятки раз. А поэтому дольше и живут там, что они хоть и травятся себя чем-то, например, неправильной пищей тоже, частично хотя бы, хотя и воздух свежий, и другие факторы, но у них лучше идет очищение организма в разы, чем у других людей, тем более живущих в городах. Значит, мы можем это поправить? Можем только путем пользования, доведения воды вот до этих физико-химических свойств, естественным, нормальным путем, путем электролиза. Но чтобы это было не опасно, крайне важно, чтобы
приборы, которыми вы пользуетесь, 100% и гарантированно, а вот, к сожалению, 99% подделок на рынке мировом, к сожалению, потому что тема эта популярна, люди понимают, и подделок много, и электролизные блоки вот в этих ионизаторах, или правильно назвать антиоксидантных комплексах для воды, к сожалению, сейчас не из медицинского титана. Ну а главное ведь даже не это, а чтобы эти пластины из медицинского титана были покрыты платиной, потому что это единственный в мире металл, который не выделяет при электролизе ион из себя, то есть металла в воду. Если это нержавейка, там и никель, другие примеси всегда есть, и это будет выделяться, тяжелые металлы будут травить, и это приводит к онкологии в том числе, то есть ускоряет этот процесс. Потому как это вот недопустимо. Что касается вот этого приборчика, вот он прошел 3 минуты, электролиз прошел, эту воду сразу надо пить. Она заряжена, то есть насыщена водородом, про водород чуть дальше скажу. Возвращаясь к антиоксидантным комплексам. Значит, они меняют не только эти параметры, так необходимые нам. Также, конечно, они делают щелочную воду из более кислотной или кислой, или нейтральной, какая у вас, смотря, течет изначально из-под крана. Особенно это важно для регионов с кислой водой. Это и Петербург, Ленинградская область, и другие многие регионы нашей страны. Это особенно важно, потому что в клетке у нас вода слабощелочная. И все среды организма щелочные, кроме некоторых, таких как желудочный сок, например. Но это защитная, барьерная функция, главная, а не переваривание белков, как некоторые это думают ошибочно. Ну да это ладно. Хотя и это тоже, конечно, переваривание белков. Только вот защитное, что значит? Вирусы, бактерии и грибки, это же тоже белковые тела. Их надо уничтожить, разобрать, денатурировать. Поэтому и нужна и фермент пепсин, и желудочный сок кислый. Но остальные среды, кровь, лимфа, спинномозговая жидкость, все щелочные. Так природа предусмотрела, это факт. Поэтому, pH мы тоже должны учитывать. Эти приборы тоже делают воду щелочную, но это как бы понятно. И другие свойства воды. Подробнее смотрите об этом обязательно главную мою лекцию, которая называется «Вода, почки, лимфа» или «Лечение водой». Будет ссылка на эту лекцию. Посмотрите все 4 видео коротких вот об этом приборе, антиоксидантном комплексе. Я его вам сейчас покажу. Тут к нему, вот, понятно, трубка прикручена. И вот, значит, он очень надежный. Он выпускается уже очень много лет. Фактически доведен до совершенства вот в таком маленьком объеме его надежность. 2 года гарантии даже на замену, хотя обычно год, но тут в данном случае настолько надежен, что можно и больше сделать. И он кнопочно-сенсорный, надежный, механика в основном, даже заменен специально для России, поскольку очень много железа в воде у некоторых, и некоторые не ставят фильтры. Магнитный счетчик литраж, он тоже основан на магнитах, и железо здесь недопустимо, он быстро выходит из строя, а здесь можно. То есть он рассчитан даже к этому. Ну, об этом подробнее мои ролики, посмотрите про этот прибор. Он стоит $2000, но по сути сейчас на данный момент записи ролика по курсу это 130 тысяч рублей в прайсе нашем на сайте nadgard.com. В общем, прайс-листе в самом низу, там приборы все эти есть. Значит, теперь внимание, я хочу сказать про отличие этого прибора вот от этого. Многие люди знают уже, наши зрители слышали в моих роликах про этот прибор. Тут даже предусмотрен такой вот еще специальный отсек, куда можно засыпать для того, чтобы минерализация происходила, какие-то органические минералы. Ну, наподобие кораллового кальция, либо никеля, либо аналогов. Потому что кто-то хочет присоединять после нулевой жесткости, то есть после обратного осмоса. Но это сложно достаточно. И, в принципе, я не советую. Осмос прекрасный, воду такую можно пить, когда завариваете чаи, делаете какие-то настойки, морсы, ну кто что. А вот воду, которая должна изменить свои свойства, к ней должна все-таки подходить вода к приборам. Уже с минералами, иначе заряду не за что будет зацепиться. Это даже очень просто. Если вода дистиллированная, вот вы видели пузырьки, какие тут шли, водород, да, активная реакция. А если бы здесь вода была дистиллированная, пузырьки почти бы не шли. И вот это очень важно для того, чтобы пить такую воду и получить вот и заряд, то есть водород, ОВП в отрицательную сторону и так далее, мы должны все-таки поставлять к приборам, то есть из-под крана, что у нас течет под раковиной, врезаться. Вот такой тройничок вставляется. В комплекте идут они, то есть видите, это вот обычно на 0,5 дюйма краник и маленький на 3/16 отвод. Вот к такой трубочке, которая в комплекте идет, ну как для обратного осмоса по сути. Просто можно 2 таких разветвителя поставить. Любой сантехник это сделает за считанные минуты. Ну и вы ставите рядом с раковиной, как показано в других роликах, куда я ссылки дам. И, пожалуйста, пользуйтесь, у вас будет
Значит, вода постоянно великолепная, вот эта живительная, действительно живая вода. Не просто живая в плане, как некоторые имеют в виду, там щелочная мёра или там кислотная. Нет, тут гораздо глубже, еще раз говорю, нужно знать все физико-химические свойства, да, начиная от там минерализации ОВП до вот того, что я сказал, и другие. Значит, здесь есть один картридж, он меняется раз в 6 тысяч часов, счетчик тут стоит. Подробнее о приборе уже сказал, где, не буду повторять. А теперь давайте вот про этот прибор. Вот я их вместе поставлю. Кто смотрит мои лекции давно, знает, был такой прибор New Energy, с него начинали. По сути, с фирмой, которой я сотрудничал. Ну, а понимаете, в чем дело? Я отказался, почему? Ну, очень все-таки дорого, когда появился этот прибор, который, конечно, не такой мощный, как этот. У него меньше пластин вот этих титанов, покрытый платиной, но оттуда и цена меньше, конечно. Он не такой производительный, как этот. Но я сейчас вам скажу еще отличие, потому что теперь, я с радостью это хочу сказать, у нас есть возможность, вот эти приборы, это точная копия New Energy, того самого, который стоил 10 тысяч долларов. Очень дорого, потому что там была маркетинговая составляющая, вот этот план выплат всем, так сказать, на звеньях разных, да, ну, такова уж, так сказать, природа была, вот, и многих, вы знаете, компаний сетевых в том числе, которые вот так выплачивают, ну, это аналоговые продажи, обычных продаж. Но мы потом вообще отошли от таких систем, потому что, ну, собственно говоря, зачем? Мы просто с помощью вот нашего видео, наших видео, да, моего вот этого канала, блога, просто делаем теперь так. Есть завод, производитель, значит, это наше производство, размещенное в Корее или в Японии, ну и, конечно, ну и моих партнеров. И вот есть вы, конечный потребитель, есть продукция. Посредников между ними нет, и поэтому цены совершенно другие. Поэтому вот этот прибор был об маркетинговой составляющей, стоил бы 5000 долларов, ну как Каноген, он чуть-чуть побольше, японский, кто знает, например, да, или немецкие аппараты, 5-6 тысяч долларов. Вот он примерно стоил так же, но стоит он всего 2000 долларов. А этот сейчас только месяц, наверное, два, не более, мы будем продавать по сверхнизкой цене. Это всего 200 тысяч рублей. Ну, посчитайте, 10 тысяч долларов по нынешнему 650 тысяч, а тут 200, в 3,5 раза, там, в 3,3, да, ну, дешевле. Это, что здесь нарисовано, написано. И на последней выставке медицинской, я сейчас поясню отличие вот этих приборов, в чем преимущество вот данного. Ну, для кого-то это дизайн, сенсорный экран, говорит он по-русски, можно эту функцию отключить, кого раздражает. Значит, конечно, такой внешний вид. Вот здесь написано 9 платинум титаниум пластин, в общем, 9 титановых пластин, мощных, больших, из-за этого цена, этот электролизный блок больше гораздо, почти вдвое, чем вот здесь. Значит, к тому же здесь два картриджа, я не буду из полиэтилена вытаскивать, но покажу вам так, что два больших картриджа, это прибор, конечно, у каждого свой серийный номер, значит, и так далее, дело не в этом, а в том, что на последней выставке медицинской в Корее, а это была международная выставка, этот аппарат был, как среди ионизаторов антиоксидантных комплексов, лучшим в мире признан. Почему? Сейчас объясню. Да, он поставляется в клинике Японии. Он признан и утвержден всеми странами, например, Азии, в США. Это как прибор, который ставится, применяется в медицинских учреждениях, больницах для лечения людей. То есть, значит, что про него еще я скажу? Значит, вот эти два картриджа, там есть еще, они усиленные, специальные картриджи. Значит, рассчитаны не на 6 тысяч часов, а на 3 тысячи часов снижены, чтобы усилить свойства и возможности той воды, которая гарантированно получается после прохождения через этот прибор. Там есть даже на молекулярном уровне в картридже внесен кремний, как мощнейший антисептик. Как, ну, по сути, вот то, что вот одни из свойств шунгита, это еще более известные свойства, давно уже, да, кремниевой воды, но не просто в графин кинуть кремний, а тут уже именно вот как в картридже на уровне молекулярном, этот кремний является мощным антисептиком, и идеальный заряд происходит воды, даже после воды, у кого мягкая из-под крана течет вода. Это очень важный момент. Значит, он самый мощный среди всех по выходу водорода, в том числе он генерирует атомарный, вот молекулярный, извините, вот этот водород. Значит,
большое количество будет вот этих пузырьков, что и говорит вот о выделении водорода при электролизе. Значит, он делает заряд до минус 900 тысячи на определенных уровнях ионизации. Опять-таки, самый мощный. Какие еще здесь преимущества? Ну, этот прибор, значит, как я уже сказал, значит, официально признан медицинскими всеми корпорациями, компаниями, а главное, системами здравоохранения даже вот в таких странах, как Япония, Корея, кто знает, это, так сказать, многое значит. Естественно, понятно, что все сертификации и так далее, и от фирмы, но давайте я вам вот эти, от их четыре главных отличия, то есть мы подведем итог некий такой. Этот прибор тоже хорош, прекрасен, безусловно, он просто очень экономичный в плане цены, ведь поймите, да, я знаю, что есть и китайцы, и корейцы сейчас разные выпускают, делая большое количество и подделок, приборы, которые можно купить дешевле, но бойтесь это вот почему. Давайте экономически маленький расчет произведем. Вот здесь стоит платиновый блок, вот этот титан, покрытый платиной, произведенный медицинской одной корпорацией. Кстати, это одна медицинская компания, а кому интересно, ну, кто-то хочет, не доверяет, мы можем выслать вам конкретно на почту этот сертификат. Ну так вот, производит и для этого аппарата, и для этого. Она монополист одна в мире. Но если кто пользуется их услугами, а это безусловное качество с пожизненной гарантией на сами блоки, вот эти платиновые, вот сюда он стоит $650 в опте, в Японии. Это надо перевести на завод в Корее, ну потому что в Японии сборка еще дороже, понятно. Хотя в Корее ничуть не хуже, и многие японцы собирают свое оборудование в Корее за свое выдавая, но это, собственно, не имеет значения, потому что качество сборки там теперь не хуже, чем в Японии. Так вот, добавим корпус, электронику и все остальное, уже получается больше тысячи. Добавим приход в Россию, таможню, прочие, так сказать, все дела, и какой-то заработок фирмы должен быть, чтобы наоборот производить новые продукции, исследования вести и так далее, ну вы сами понимаете. Поэтому это самая минимальная цена, если бы это был маркетинг, когда стоил 1005, ну и те, кто продают за примерно там 30, 40, 50 тысяч или 60, чего-то такое, есть и такое, я просто поражаюсь, то уверяю вас, что бы там ни было написано, какие бумаги сейчас любые подделать можно, вам бы не показывали, никакой там платины нет покрыта, а если покрывать там, говорит, платиновые группы какими-то металлами, там она, это все ерунда, хотите рисковать, ну, это дело ваше, я просто говорю то, что есть, и не стал бы, значит, рекомендовать вам то, что себе бы не рекомендовал, и это очень... Но это для меня важный аспект, очень важный, поэтому я все говорю как есть. Да, ну идет понятная инструкция, подробная, как это все использовать, хотя по наитию даже можно. Да и внизу здесь вот in-out, вход-выход, трубка, которая стекает в раковину, ну и которая, вот, собственно говоря, течет уже вам в стакан, в графин и так далее. Конечно, он раза в два менее производительный, чем этот. Воду выдает тоже качественную, но здесь еще раз говорю, здесь еще и кремний, здесь еще и... Он самый мощный, плюс генерация водорода, хотя она везде, в любом ионизаторе в каком-то мере идет. Но тем не менее. Так что у него есть еще интересные плюсы, преимущества этого прибора. Но об этом я вот единственное про картриджи вам еще скажу. Вот стоимость этих картриджей, кстати, почему я еще... Одна из причин от New Energy тогда отошел, от сотрудничества с той компанией, которая их производит. Кстати, они делаются на одной заводе, на одной линии из одних и тех же материалов. Это то же самое, по сути, своей, но там просто выпущено под брендом вот того... Роман, директор компании, был президент, который, ну, я не знаю, может, они сейчас этим и занимаются, но это просто, ну, поймите, вот картридж $1500, он один, а второй там, по-моему, 500 или 700, но это, в общем, тут два картриджа, их надо менять раз в 3000 часов, это, ну, там, на год кому-то хватит, кому-то меньше, кому-то больше, по $150 за картридж, все, и вот таким вот образом, так что кто-то хочет этот прибор, кто-то из-за дизайна и мощности, кто-то из-за того, что это действительно самый признанный лучший, мощный антиоксидантный комплекс в мире. А еще я забыл очень важное, дорогие друзья, сказать преимущество, огромное. Вот единственное, этот прибор, в нем есть мембраны, сделанные компанией, вот этой корейской компанией, которые не нужно никогда специально чистить, как вот мы показывали в роликах, когда мы изгибаем вот здесь таким вот образом из выходящую трубу, которая наливается в стакан графин, и вот сюда клизмой берем раз там в какое-то количество там недель, заливаем
лимонную кислоту для того, чтобы блок электролизный, который от температурного нагрева при электролизе кальций осаждается, и как на чайнике накал, и мы его смываем, просто в раковину идет, там пузырится вода, бурлит углекислый газ, что называется, выделяется, кальций разрушается, разлагается. Так вот, и здесь, конечно, это как в любых антиоксидантных комплексах, всегда это периодически надо делать, это простая профилактика, ничего тут сложного нет, но тем не менее, кому-то это будет приятно, здесь это никогда не надо делать, потому что здесь применена специальная мембрана, разработанная компанией, вот корейской, совместно там с нашими партнерами, которые никогда не нужно промывать. Там есть одна рекомендация небольшая, но вот именно заливать какие-то кислоты, любые, да, чтобы снять кальций, не нужно, потому что никогда вода там, то есть там идет эффект самоочищения, то есть весь кальций и другие минералы, накала нет, они удаляются через отводную трубку, которая стекает в раковину. Что в этом приборе, что в этом, вот здесь внизу все они есть. То есть вот кто-то помнит, если посмотрите, низ вот точно такой же абсолютно входа, выхода прибор, как вот New Energy. Ну и вот я вам его еще сблизи вот так вот покажу. Вот таким образом. Не буду пакет раскрывать, он там запаян снизу. Так, теперь про H2 Magic. Вот этот маленький прибор. Это самый мощный в данном классе, в данном размерном ряде в мире портативный генератор водорода. Целый год мы этот прибор не выпускали, ждали, чтобы увеличить КПД в том же оставе размерном ряду. И за год на 30% смогли увеличить его мощность благодаря, играли с резонансами, так сказать, с генерацией, с расположением диаметром и между расположением размеров между двумя стержнями, которые, конечно же, титановые, покрыты платиной, он безопасность на первом месте по применению. Он очень долговечный, раз в 5 лет надо только лишь батарейный аккумулятор, вот эту батарейку менять. Заряжается он силиконовым, показывали, шлангом, проводом от USB, ну и от телефона можно заряжать любая зарядка, которая подходит. Он сенсорный, включаем. И на 30 зарядок, которые идут автоматически на 3 минуты, и он сам отключается, можно пользоваться, пить воду. Многие уже отзывы клиентов, первых, недавно мы его продаем, но изумительные, и чувствуют некоторые люди моментально, некоторые через там день, два, несколько суток, неделю, но без исключения все. Какие же основные преимущества водородной воды? Я напомню, что не только водородный, у меня, например, из-под крана плюс 250, а на выходе был, вот ролик был с Артемом Хачатуряном, это врач Стрейд из Новосибирска, вот, кто не смотрел, посмотрите, и он там замерял своим ОВП-метром, так он ОВП у меня с плюс 250 изменил за несколько секунд, я подчеркиваю, как начался электролиз, до минус 400-450. Он очень мощный. В десятки раз он превосходит по своей КПД, быстроте работы, мощности, любые другие аналоги. И стоит он всего 15 тысяч рублей. Всего. Ну, это его можно было бы сделать и 25, и покупали бы его, это кто вот любит говорить, там, претензии предъявлять, что чего-то дорого. Знаете что, кстати, вот телефоны сотовые у многих из вас есть, но, например, всякие айфоны или какие-нибудь смартфоны, которые стоят 50-60 тысяч, там, 40, в 3, в 5 раз, в 6 раз дороже, чем вот это вот, есть такие телефоны. Так не идиотизм ли говорить про то, что это реальное здоровье, без всяких там раздумий и, так сказать, вариантов, это просто истина. А телефон, ну, разве что для нашей работы, для удобства, там, я понимаю, но это вредно по-любому. Это нужно уменьшать разговор, это, ну, понятно, мы не можем без телефонов, но на громкой связи говорить, а не вот так вот часами вот это тыкаться. Мы в мир ушли виртуальный, по сути, ну, и общество в целом, люди. Это глупо. А это то, что реально здоровье. Так я просто спрашиваю, не идиотизм ли иметь вот такой телефон и не иметь этот прибор? Нет, ну, можно, конечно, я говорю, за собой не следить, ничего не делать, так сказать, есть все, что угодно, но тогда мы разумные люди или нет? Я же, конечно, обращаюсь к разумным людям, поэтому вот, собственно, я рекомендую, вот хотя бы, я понимаю, не у всех есть возможность купить вот эти приборы, да, но этот у всех, и, конечно, все те, кто, ну, практически у всех, я понимаю, ну, по крайней мере, всех тех, кто телефон имеет, стыдно будет сказать, что они не могут это приобрести. Вот так они выглядят, такая упаковка, застрахована Samsung на огромные деньги. На Samsung чипы электронные выпускаются для него. Это прибор скоро будет выпускаться в маленьких коробочках, более дешевых, потому что это очень высокая себестоимость, и мы сделали
очень низкую цену в начале, 15 тысяч. Вообще, я говорю, 25 должна была быть, но я решил сделать 15 пока. После Нового года, думаю, мы поднимем цену, но будут более дешевые варианты, то есть такой же прибор, но просто коробка. Упаковка здесь, ну, достаточно дорогая и объемная, понимаете? То есть его можно посылать, транспортировка, вот это все большие расходы съедает. Многие заказывают по 3-5, когда первый раз на себе попробуют и понимают, как меняется. А что меняется? Кровь становится через несколько секунд, 20-30, более жидкой, текучей. То есть эритроциты расклеиваются, вот то самое слипание, которое в результате уничтожения одного из электронов по какой-то причине происходит по-разному там, да? Так вот, вот это вот восстановление идет, потому что свободных электронов получается много, и теперь мы решаем антиоксидантную мощную задачу, а как следствие ее кровь разжижается. Посмотрите тот ролик японский, где я показывал спа-капсулу и говорил, что вот спа-капсула... Значит, что происходит? Четыре ролика, посмотрите, обязательно их будут под этим видео тоже. И вот там есть такой, во-первых, онкология головного мозга из спа-капсулы и водородные технологии. Посмотрите этот ролик. И второй, где человек приходит, вот на международной выставке медицинской, прям, ну, в Сингапуре она была тоже, там проходил, палец, сканер засовывает и на монитор выводит, как микрокапилляры, вот эти конечные пальцы, высвечиваются на экране. У него почти кровь не двигается. Ну, конечно, идет, но чуть-чуть совсем. То есть застойный атеросклероз, там коллагена на сосудах много наросло, там и так далее. В общем, в итоге факт. И вот когда он начинает дышать водородом, а сразу наперед скажу, кто это смотрел, понимает, о чем я говорю, эти приборы дыхания тоже будут. А ведь почему они очень логичные для некоторых людей? Ну, кому-то до такого состояния здоровья испорчено, или уже онкология какая-то, отеки, когда нельзя воду почти пить, то есть мало-мало, каждый грамм считают. Так вот, тогда, к сожалению, таким способом нельзя. А водород подышал, и кровь разжижается, антиоксиданты мощнейшие, свободные радикалы уничтожаются. То есть вот там как раз воздухом. По сути, это то же самое, через воду, но там принцип важен. И вот через 20 секунд начинается прямо у него вот так вот в 15-20 раз, не в 2, в 3, а просто прорыв происходит, и кровь начинает просто. Вот что, друзья дорогие, происходит, когда вы, например, вот этот Ajvai Magic приобретаете и пьете такую воду, либо вот эти антиоксидантные комплексы, ну, в первую очередь, конечно, по генерации водород номер один. Да, тем более он маленький, персональный, его удобно взять с собой, чехольчик в комплекте идет, понести куда-то, так сказать, на работу, поехали в другой город, куда-то там в экспедицию, неважно куда. Он всегда с вами, это понятно, взять все-таки трудно. И то многие, кто понимал, как важно вот это, вот вообще важно наше здоровье, вода на первом месте, так вот брали даже такие с собой, представляете. Ну вот, это тоже факт. Кто приобрел уже New Energy, картриджи вот эти, всего по $150, а не по 1500 там или 502, не помню, как уж их продавали эти ребята, у нас можно их всегда приобрести. Значит, ну и... Пожалуй, я только не сказал о спа-капсуле, такая, как летающая тарелка. Вот не принес ее сюда, просто забыл, когда записывал ролик. Ну, что же я могу сказать? Посмотрите все четыре, не поленитесь. Видео, особенно последние два, вот онкология головного мозга, и где вот это происходит, водородная вода, это как происходит сразу разжижение крови. А что это значит? Инсультов ночью, инфарктов не будет. Ведь вы поймите, в основном они ночью происходят потому, что человек вечером поел, у него закисление происходит, кровь густой становится, а сердцу трудно прокачивать. А когда-то ведь сердце не вечно, происходит изнашивание, если тем более человек пьет, курит или там ест жареную картошку с курочкой, особенно на ночь, или колбасу какую-нибудь сырокопченую. Неизбежно у всех, рано или поздно. Если кто-то не умирает от инсульта и инфаркта, умирает от онкологии, неизбежно. Но многие еще от инсультов и инфарктов. Так вот, принимая такую воду на ночь, а ее надо в идеале 7-8 раз в день, видеоролик есть по нему, по маленькому вот этому прибору, посмотрите. Вы гарантированно лишаете себя или своих близких возможности умереть ночью от инсульта и инфаркта, потому что кровь разжижается, а сердцу легче прокачивать по сосудам эту кровь. А постепенно, если пользоваться постоянно, изо дня в день, то тогда постепенно атеросклероз будет проходить, будут очищаться от коллагена сосуды, проницаемость микрокапилляров на периферии их тела, на периферии нашего организма, микрокапилляры будут очищаться. Яды, токсины растворяться будут легче и выноситься, выделительные системы будут лучше работать, почкам помощь, огромной печени. Ну, и кожи, конечно. Но уж если спа-капсулу применять, она же в ванну кладется, либо вот в тазик, как мы говорили, руки-ноги, да, человек помещает в этот тазик, воду над спа-капсулой держит, и водород проникает, а это мощный генератор водорода, мощнейший спа-капсула. Произведена она чисто в Японии, стоит она $1000 пока всего лишь.
пока. И эта цена японская. То есть она внутри Японии, для внутреннего рынка Японии такая цена. Ну, там $950 плюс пересылка, 1000 выходит в среднем. А вот у нас такая же. Мы так договорились, причем продается она только в Японии, для японцев, и только у нас мы ее продаем. Я непосредственно ни в США, ни в Германии, ни в Европе больше нет. Это принцип у этой японской компании, их производящей. И просто мой знакомый друг президента компании и разработчика, поэтому просто мы имеем такую возможность. Ну и мы договорились так, что несмотря на все таможни, вот на все налоги, мы очень немного зарабатываем с этой СПА-капсулы, но мы ее решили пока продавать, оставить по этой цене. Очень много на нее заказов. Сейчас вот пришла партия в пятницу, вся в пятницу уже и кончилась, записи вперед, но будут приходить раз в две недели партии, и вы можете захотите записаться. Посмотрите эти ролики, и вы поймете, что это такое. Там идет воздействие напрямую сначала на кожу, потом, конечно, через кровь и лимфу, а водород проникает моментально через кожу в кровеносную лимфатическую систему, идет воздействие на весь организм. Здесь же водород идет воздействие через желудок, ротовая полость, желудочный, весь кишечный тракт. Это идет в первую очередь воздействие туда, а потом уже кровь и лимфа. То есть комбинировать этот маленький прибор из СПА-капсулы – это идеальный вариант. Ну и смотрите, на какой литраж она рассчитана, прочее, что чего. Все подробно в тех 4 видеороликах по СПА-капсуле, в тех 4 по вот этому антиоксидантному комплексу. Я обязательно помещу видео, где я в студии, меня приглашали вот в компанию New Energy, которая по $10 000 продавала вот эти приборы под другой маркой, просто торговой, своей, New Energy. А это то же самое. Я отвечал на вопросы, ну, как бы ведущий, и вот посмотрите это видео, оно обязательно будет под данным роликом, будет, думаю, интересно, я там подробно рассказываю о физико-химических свойствах. Говоря о приборе New Energy, я говорю вот об этом приборе, только стоит он сейчас пока всего 200 тысяч, ну, это убраны все, как я уже говорил, там возможные наценки, это завод, и вы напрямую. Кто хочет этот сэкономить, разница все-таки есть. Пожалуйста, этот, он просто менее производительный. Ну, или вот этот прибор, они пока в наличии есть. Что ж, дорогие друзья, я думаю, рассказал я вам о некоторых свойствах воды. Сейчас объяснил, а мне так проще, потому что очень многие клиенты спрашивают меня просто. Вот эти вопросы задают, им очень трудно, времени нет писать каждому. Поэтому сейчас я на многие вопросы сразу как бы и ответил. Вот. Единственное, что еще скажу про данный прибор, вот мы нажали так сенсор, вот пошла генерация водорода, вот она пошла, вот вы видите. И я, можно просто оставить так, конечно, водород летучий элемент, он сразу вверх идет и часть его уходит, поэтому акцент, кое-какой момент скажу. В верхней части стакана, вот примерно половина, будут пузырьки, да, но если вы хотите больше за раз получить водорода, вы просто вот так, не поленитесь, вот так размешиваете, вот я сейчас поближе поднесу и покажу, вот так, и тогда вы увидите, что вихрь создается, и весь стакан по всей своей, так сказать, по всему объему равномерно водород, видите, он мутная вода, как стала, от микропузырьков. Когда он начинает мигать ровно через 3 минуты, то есть он гаснет, он начинает вот так мигать, первый же миг генерация водорода заканчивается. Прям сразу палочку убирайте, из воды можно уже доставать, и пейте как можно быстрее, тогда вы получите максимальное количество водорода. Эффект будет через несколько секунд, я имею в виду эффект, по крайней мере, молодой человек, не каждый, может быть, почувствует. Люди, у кого проблема с сердечно-сосудистой системой, с густой кровью и так далее, это все, кто неправильно питаются, это все пожилые, это полные люди, все будет моментально. Поэтому сохраните жизнь и здоровье вашим близким, не пожалейте эти копейки, больше выкидывайте на всякую дрянь, и приобретите это, и сделайте действительно настоящий подарок там, к дню рождения, к Новому году, или просто так, чтобы, как говорится, сохранить жизнь своим близким, знакомым, друзьям, родственникам, ну и себе, конечно. Вот моя, к вам такой мой посыл. Я хочу сказать, что, дорогие друзья, вода – это главная наша пища. Это примерно 30%, может быть, сэкономленной жизни, то есть продленной. Вот поэтому именно в местах долголетия главные свойства воды. Какие бы другие факторы не изучали, они очень важны. Многие факторы учитывать нужно. Я сам о них говорю в своих водных лекциях. Посмотрите, я разделяю 9 групп факторов, которые приводят к здоровью, наоборот, к болезням. Но вода – это главный. Питание и вода, но вода – это часть нашей пищи, это, как я сказал, главная пища, поэтому будьте благоразумны, изучайте, посмотрите эти мои видео, сделайте для себя вывод логичный, свой, собственный. Ну, если хотите, обращайтесь к нам,
Моя почта aravana@bk.ru, наш сайт по продуктам питания и в частности по приборам nadgar.com, мой блог по здоровью yufralov.ru. Вы увидите все под данным роликом, все ссылки обязательно посмотрите. Ну и подписывайтесь на мой блог, на мои рассылки в блоге, на мои рассылки в группе и, вернее, главное, на сайте nadgar.com. И подписывайтесь на канал в YouTube, чем больше будет зрителей, тем мы будем больше снимать интересных видео, не только вот таких, но и с гостями моими, беседы на разные темы. У меня несколько плейлистов, посмотрите их на канале. Ну и какие интересны вам темы, такие и смотрите. Вот все-таки я решил про СПА-капсулу показать. Вроде вот это антиоксидантный комплекс здесь стоял. Последний, как сейчас упаковали, поехал он в один из городов нашей страны. Последний, скоро новая партия придет, кончилось, берут их хорошо. Ну, а сейчас по капсулу все-таки покажу. Упаковка такая, прям эппловская, ну, по классу. Инструкция, естественно, на японском, потому что японский прибор для внутреннего рынка Японии, как я уже говорил. Ну и на русском сделали мы копию абсолютно японскую, на русском языке. Вот она, это СПА-капсула, такая красивая, как летающая тарелка. Горит светодиодами, когда включаешь кнопочку, 15 минут цикл идет, опускается в воду, в ванну, садится человек, желательно так, где под коленками, когда сгиб ноги, туда идет мощный поток водорода и в кровь впитывается и разносится в кровь лимфой по всему организму. 15 минут буквально цикл, можно 2 цикла нажать подряд, лежите в ванной, хоть 3, никаких проблем. Ну, не каждый день, допустим, человек в ванной лежит, и тогда можно просто в тазик поместить в тазик воды хотя бы сантиметров 10, чтобы сверху было, руки ставите или ноги. И вот это можно делать и вечером, что очень желательно перед сном. Но это просто рекомендация. Вот таким образом, это медицинский силикон и пластик. Ну и применяется она, разумеется, и в клиниках. И посмотрите обязательно еще раз то видео, где про онкологию головного мозга, но это не важно какого органа, по сути своей, это мощнейшие антиоксидантные свойства, это разжижение крови, а кровь – это соединительная ткань, которая соединяет все клетки нашего организма друг с другом. Это, по сути, и обмен информационный, и так далее. И, конечно, главное – это мощнейшее очищение организма. Ну, в приборе здесь вот на это фольжено, тут находится аккумуляторный блок и, так сказать, все, что нужно, маленький такой ключ пластиковый, которым можно открывать вот эту крышку, и иногда вот эту платиновую, под ней вот видно пластины, спирали, такие как мозг головной извилины, да, просто в лимонной кислоте, чтобы кальций отходил. Ну, понятно, иногда это надо чистить. Хуже генерация идет, надо это сделать. Батарея тоже на 5 лет рассчитана аккумуляторная, она будет поставляться, скоро пока смысл просто не имеет. И у нас вы можете раз в 5 лет эту батарею или там, ну, как кто будет пользоваться, это понятно. Кто-то быстрее, кто-то экономично дольше поменяет. Батареи будут недорогие, ну и, собственно, это, что об этом пока рано говорить еще. Ну, а этот приборчик, ионизатор персональный воздуха, это по воздуху. Смотрите в моих других лекциях, что это такое. Это, в общем, генератор аэроионов. Это безвредная технология Чижевского, правильно созданная, где не металлические штыри, игольчатый принцип, значит, а карбоновые щетки, и он долговечен, раз в 5 лет тоже батарейка меняется, практически вечен. Антивирусные, антимикробные свойства, вешается просто на шею или рядом кладется радиус метр защиты. Ну и, конечно, это генерирует свободные электроны, те самые, которые эффект, как вот у водопада, у горной быстрой реки. То есть создается, то есть напоминаю, что клетки эритроциты питаются до 80% энергии свободных электронов. И об этом можете у меня в лекциях посмотреть. Вот, наконец-то, создан вот такой прибор. Он стоит 10 тысяч рублей. Персональный ионизатор воздуха, да, то есть генератор аэроионов. Все, дорогие друзья, всего вам самого лучшего. Вот на этом я маленькую свою дописку к ролику такую вот все-таки вот решил сделать и сделал. И рад тому, потому что думаю, ну не показал СПА-капсулу, вроде как про все приборы по воде говорил, а про нее нет, ну и решил просто сделать. Ну, всего вам самого хорошего, здоровья вам крепкого, ну и пейте качественную воду и живите долго. Всего вам лучшего, до свидания.